Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Девочки, у нас в Питере наступила наша нормальная питерская погода. Жара уже совсем ушла, и у нас даже вечером сейчас 16 градусов, может быть 17-18, как-то так. И днем, вот сегодня обещают где-то 20 градусов, обещают дожди. Сейчас, правда, солнышко есть, но да, вернулись дожди. В общем, нормальная, стандартная питерская погода. Но такая погода хорошая, по крайней мере, что там делаешь. Потому что, я не знаю, мне многие из вас там пишут, что у вас там 38, 40, 42 в тени, 45 кто-то мне писал в тени. Я не представляю, как вообще вот я в такую погоду, не знаю, я не представляю, как можно даже вообще шевелиться, я уже не говорю о том, чтобы что-то делать. Хотя, может быть, вопрос привычки, потому что когда вот у нас стало похолодание, стало 18, там, 20 градусов, реально холодно, я замерзла. Мы пошли вечером гулять с собаками, и я просто задубела, девочки. Что у меня сегодня по плану? Сегодня ко мне приедет Ламода. Я надеюсь, вам еще не надоело мои покупки с Ламоды, но сегодня весь заказ посвящен только одной мне. Красота? Вот. В общем, заказала там много себе чего, но я часто заказываю, ну, читаю отзывы и заказываю по два размера. То есть свой и больший размер, или там свой и меньший размер, да, все зависит от, ну, читаю отзывы, что там пишут другие и так далее, в общем. В общем, покажу вам заказ, он должен ко мне скоро приехать. И сегодня еще хочу приготовить ягодный пирог. В общем, такой пирог, который можно сделать из любых ягод, какие у вас есть. Вот, я пойду сейчас соберу, пока дождь не начался, да, пойду соберу в огороде какие-нибудь ягоды, что у меня есть. У меня уже малина отошла, земляника тоже сейчас перерыв у нее. В общем, наверное, черную смородину в основном соберу, вот, потому что красную мы уже собрали, красную мой муж пустил на какую-то настойку или что-то в этом духе. Вот, и, в общем, да, сделаю пирог сегодня вечерком, отсниму, вместе с вами сделаем, я его буду делать первый раз. Также в этом видео хочу ответить на один вопрос. Я надеюсь, что вообще поднятие на моем канале этой темы не вызовет каких-то сильно много негатива. Давайте будем относиться с пониманием друг к другу, и каждый из нас в этом не виноват. Вот так вот я скажу, какая бы у вас позиция ни была. Я говорю по поводу прививок. Меня спросили, как у нас обстоят дела в Санкт-Петербурге по поводу прививок. Ну, прививки можно сделать практически везде. Я на самом деле, честно говоря, не узнавала, где это можно сделать. Ну, как-то там можно записаться и так далее. Вот. Сама я прививку еще пока не сделала. Как бы стоят вообще дела? Так же, как и во многих городах. Наверное, во всех в России, не знаю, напишите, как у вас. Многие из тех, кто работают в обязательном порядке, должны сделать прививку. Вот, иначе будут, ну, как бы отстранены от работы, уволены, короче, одним словом. У нас в Питере тоже такое же есть. Посещение каких-то мест, то есть такого, как в Москве, у нас нет, что только по этим коду можно пойти в ресторан и так далее. Нет, такого нет. В общем и целом все в порядке, но я думаю, что в конечном итоге мы с мужем еще не привиты. Я думаю, что в конечном итоге прививки придется сделать. Вот. Так что вот так вот. Вот такая вот обстановка, в принципе, как и везде, как и у всех. Также везде требуют маски у нас. На улице люди ходят без масок, в магазинах везде, конечно же, требуют одевать маски. Вот. Ну, перчатки нет. В основном маски требуют одевать. В принципе, и все. Вот. Так что вот так вот. Я так вкратце. Я просто не хочу. Я знаю, что очень много негатива есть на эту тему. Кто за, кто против. И кто-то рьяно выступает за это, кто-то нет. Я, честно слово, не хочу такие темы поднимать на своем канале. Просто меня спросили, я рассказала, как обстоят дела у нас в Санкт-Петербурге. Да, и конкретно в моей семье. Я и мой муж, мы не привиты пока что, да. Но я так предполагаю, что все-таки ближе к сентябрю нам обоим придется привиться, потому что у мужа требования на работе, и я думаю, что тоже до него это дойдет, пока у него на работе еще не дошло до него, в общем. Ну, как-то так.
Вот. Еще хочу ответить на вопрос по поводу вот этой помады. Специально ее сейчас нанесла, чтобы показать. Это вот такие вот помады от L'Oréal. У меня их две штуки. Вот, я покажу свотчи поближе, И покупала я в магазине RevGauche еще в мае месяце. И вот летом сейчас с огромным удовольствием пользуюсь. Мне кажется, прикольный цвет такой, как персиковый блеск получается. Это помады, которые как бы увеличивают объем, на самом деле, но они не увеличивают объем губ, если только визуально. Единственное, что когда наносите, они такие прям очень ментоловые и прямо покалывают губы. Но летом это прикольно, зимой я такую покупать не буду. Вот помадку. В общем, покажу. Давайте сейчас их поближе. Вот так вот выглядят эти помады. Значит, вот эта персиковая, вот так вот она называется. Color Shine, Color Reshine, Nectar Plump. Наверное, я правильно произнесла. Очень, кстати, классная. Вот я ее нанесла сюда сводчик. Видите, она такая как полупрозрачная, как помада блеск. Очень, ну, мне кажется, приятный очень цвет. Подойдет, мне кажется, тоже абсолютно всем. Там не такой большой выбор оттенков. Да, я покупала в RevGauche. Я что-то где-то была в торговом центре, заскочила, увидела. Были они по акции. Что-то недорого мне совсем обошлись. И вторая я взяла вот такую. Там, так как была акция, выбор цветов был очень маленький. Поэтому я взяла вот такую. И вот такую вот. Это просто как бальзам, да, такой вот увеличивающий губы. Я тут и поверх помады наносила, и по-всякому, по-разному. Сейчас летом отличный вариант, но зимой, мне кажется, вот этот холодок на губах лично я не очень люблю. Вот этот как блеск, он немножко выбеливает губы, видите, имеет такой как золотой шиммер, то есть они такие глянцевые, прикольные, ну, просто как помады блески, не стойкие такие, но очень приятные, не растекаются, не размазываются, не знаю, я использую как бальзам, и даже вот жару вот эту вот помадку наносила, у меня тут даже, наверное, заметно, у меня ее тут не очень много, видите, как? Да, это все, что у меня осталось. Вот, то есть летом сейчас очень классно. Вообще помада от L'Oréal мне что-то в последнее время очень нравится. Я прям обращаю внимание на них. Вот такие две помадки. Оставлю вам ссылочку. Ну, вот я покупала в RevGauche. Если они там еще есть, то оставлю вам, конечно, тоже ссылку на RevGauche. Ну, прикольно. А вот этот вот называется... Ой, у меня тут грязненько, извиняюсь. Вот так вот называется. Color Reshine Litchi Plum. Личи плюм, плюмп какой-то. Вот, вот такие вот две. Ну, прикольно. Следующее лето тоже обращу внимание, но на зиму такие нет. На зиму мне нравятся вот эти вот стойкие помады от L'Oréal. Вот, а вот такие, ну, летом очень даже прикольно. Меня еще девочки просили показать, как выглядит какао. Вот это вот, которое я покупаю в ленте, которое мне очень нравится использовать для выпечки. Как оно выглядит внутри. Вот так вот. Оно смешано уже с сахаром. Здесь есть сахар, если его просеять, это какао. И по составу. Вот так вот выглядит. Состав, конечно, не очень хороший, я согласна. Но выпечка получается обалденная. Я вот делала печенье, вот это шоколадное. Ну как... а-ля шоколадная. У меня же есть на канале рецепт. Если вам нужен он, потому что многие, наверное, видели, многие делали по этому рецепту печенье. Вот это вот очень меня любят его дети. Видите, оно получается прям коричневое-коричневое. И когда выпекается это печенье, оно пахнет шоколадом. Вот как будто бы... Ну, то есть и от печенья, от самого тоже идет аромат шоколада. Мне не очень удачно получилось. Что-то оно у меня, видите, растрескалось во время выпекания. Но... ничего страшного, вот, оно от этого все равно очень-очень вкусное. Так что вот так вот какао выглядит, и очень классно, мне оно очень нравится. Я его покупаю, вот 600 грамм, большая банка, покупаю в ленте, еще раз повторюсь, кто не смотрит мои закупки. Вот, так что вот такое вот печенье как раз сделала, но я очень часто делаю это печенье, очень часто вам его показываю тоже, потому что печенье... вкусное, ароматное, получается как шоколадное такое, шоколадное, рассыпчатое. Если нужно, напишите, я оставлю ссылку. Но мне кажется, все уже видели этот рецепт. На обед я сегодня сварила вот сливочный суп. Я уже показывала много раз его. Это сосисками я его делаю. Сосиски, вермишель на курином бульончике делаю. Это картошечка, сосиски и плавленый сырок сюда добавляю. Вот, можно сливки, можно плавленый сырок, кому как нравится. И вот это вот у меня сухой укропчик еще сюда обязательно добавляю. Куркуму, немножко перчика. Вот такой вот. Сейчас будем как раз
обедать. Я тут налила в тарелочки, чтобы немножечко остыло у меня. Вот. Сейчас мальчишек позову, будем кушать с ними. А то надоело же холодный борщ и окрошка, знаете, уже все поднадоело. Поэтому будем такой супчик кушать. Ну что, приехала ко мне Ламода. И давайте я вам покажу, что я там заказала. Я сейчас эти вещи, ну вот показываю, как они есть, да, а потом я их отпарю, отглажу и уже сделаю вам примерку. Потому что, ну, они тут очень мятые, в общем, одним словом. Так, заказала я себе вот такой вот кардиган в своей любимой марке, которая называется Be Free. Очень люблю эту марку за ее цены и за вещи. Там не все вещи хорошие. Есть, конечно же, и не очень. Есть очень хорошие, есть хорошие по составу, есть сплошная синтетика. В общем, там нужно, как говорится, ковыряться, одним словом. Я заказала себе вот такой кардиган. Он есть в разных цветах, но мне вот в дополнение к своему гардеробу мне необходим был вот такой белый кардиган. По составу он идет, по-моему, 60% хлопок, если я не ошибаюсь. Давайте я покажу сразу. Да, 60 хлопок, 40 акрил. Здесь вот такая ниточка и этот... запасная пуговка. Вот такой вот обычный, но сейчас такой модный такой фасон кардигана, да. Я заказала размер XS, вот марка Be Free XS. Почему? Я заказывала и S-ку, и XS. Мне нравится больше, как сидит XS. Хотя эта модель предусматривает, что она так сидит как бы оверсайз, прям на вас так, знаете, прям совсем. Но как-то вот я не знаю. Мне понравилось больше, как на мне сидит XS. Если вы хотите, чтобы смотрелось более свободно, заказывайте размер в размер. Хотя очень многие даже в отзывах писали, что нужно брать на размер меньше, тогда будет классно сидеть. Ну, получается, я тоже так взяла. Хотя брала два размера на примерку, и он есть в разных цветах. Ссылку, конечно же, я вам оставлю. Следующий кардиганчик, это, конечно же, тоже марка Be Free. Боже, какой он классный, девочки. Я хочу себе еще такой же, только в другом цвете. Там есть еще голубой, розовый и какой-то еще. Вот, но я почему-то заказала себе желтенький. Взяла уже в размере S. Мне очень понравилось, как он сидит. Он такой укороченный. Его прикольно, вот такой желтый, смотреться с каким-нибудь черным платьем или... Ну, в общем, можно по-всякому, по-разному комбинировать. Мне кажется, такую вещь можно и осенью, и зимой, и весной носить. Мне очень понравилось. Это, по-моему, 100% акрил, 100% полиамид. Но, боже, это такой мягенький, такой классный. Ну, это, конечно, больше, наверное, не для тепла, а как для красоты, короче, девочки, для красоты. Смотрите, какой он мягчайший просто, такой приятный, такой мягенький. В общем, я хочу его еще в других цветах, и стоил он недорого, там распродажи. Реально хочу голубенький, хочу розовенький такой, пусть у меня будут одинаковые, но они будут классные. Следующая вещица, которая мне безумно понравилась, это вот такая рубашка. Давайте также сразу я покажу состав. Основная ткань, 100% хлопок, но это заметно, она вся мятая, эта рубашка. Я ее вот как раз сейчас отглажу, покажу. Значит, марка это Зарина. Мне, кстати, вот эта марка тоже очень нравится. И я взяла 42 размер, потому что смотрите, какой крой у этой рубашки. Вот такая, как не летучая мышь, по-моему, летучая мышь такое называется, да? Девочки, я могу ошибаться. В общем, вот такой вот у нее крой. Очень она классная, но она такая, знаете, ну, белье будет просвечивать. Ее можно носить и нараспашку. Я обычно, вот видите, я тут уже примеряла, да, я обычно подворачиваю рукава и одеваю поверх какой-то майки с джинсами, с шортами, с юбкой, совершенно все равно. И я как раз заказала вот такую еще, вот такую вот обычную белую маечку. Она стоила тоже что-то, я там за нее в районе 300 рублей отдала. Размер S-ка, 100% хлопок, это марка Concert Club. Вот, тоже, кстати, от этой марки часто заказываю себе вещи, потому что они недорогие и классные. 100% хлопок, она очень классная, очень приятная, мягенькая к телу. Вот, и носить, например, вот так, да,
вот так вот, вот таким вот образом. Ну, я, в общем, примере вам покажу, да, с такой рубашечкой вообще супер. Ну, конечно же, меня еще покорил цвет, я люблю яркие цвета, особенности. Ну, не только летом, я, в принципе, люблю яркие цвета, поэтому, да, ну, это видно, вот, желтая, белая, розовая, все это мое. И от этой же марки Concert Club я заказала вот точно такую же, только вот такую пыльно-розовую тоже маечку. Вот, у меня некоторые майки пришли в негодность, тем более 100% хлопок, и они были с очень хорошей скидкой, поэтому у меня теперь и беленькая, и вот такая вот пыльная, пыльно-розовая, и такой можно сочетать, например, с голубой рубашкой или с какой-то белой рубашкой. Ну, в общем, маечки вот эти вот, они всегда нужны, тем более обычные. Вот, и они, кстати, вот эти майки, они, видите, мягкие, такие не грубые, очень приятные. То есть, видите, они прям мягенькие-мягенькие, вот эти вот маечки. Так что, кто ищет такие базовые маечки, очень советую. Вот, так что я сейчас пойду все это дело гладить, потому что вот так вот рубашку примерять, конечно, она вида никакого, надо все это отгладить хорошенечко. Еще, кстати, хочу себе льняную рубашку купить, тоже на распродажах. Вот, надо будет какую-нибудь себе присмотреть рубашки. Вообще, в последнее время люблю рубашки, достаточно часто их ношу, сочетаю со всем, чем только можно. Мне кажется, это классный элемент одежды. Одно время вообще не носила рубашки, не знаю почему. В общем, пойду, девочки, гладить все это и потом покажу вам примерку. Ну что, девочки, давайте я начну вот с этой рубашки. Я ее сейчас никак не подкатывала, ничего такого. Хочу вам показать, как она выглядит. Отгладила ее. Вот, и вот смотрите, какой у нее крой. Вот такой у нее рукав, достаточно длинный, на мой взгляд. И она, как вы видите, то есть если носить ее на белье, она будет просвечивать. Видите, то есть она белую майку просвечивает очень даже хорошо. Дело вот с этими шортами, ну, чтобы сразу было понятно, как с джинсами, да, смотрится и со всем остальным. Вот, вот таким вот образом она смотрится. И вот эта вот майка. Майка просвечивает светлое белье, да. На самом деле надо просто одеть телесное. Сюда. У меня мухи здесь летают. Я включила эти таблетки от мух, и они, короче, улетели у меня все на второй этаж. Вот так вот достаточно. Ну, как бы она и по фигуре, и в то же время достаточно так. Ну, то есть не прям вот так вот облипает, да, а достаточно так хорошо сидит майка для того, чтобы носить ее, ну, скажем так, под низ. Белье надо только другое было одеть. Что-то я не подумала. Вот эта рубашка мне очень нравится. Мне кажется, мне идет, особенно сейчас под загорелую кожу. Вообще смотрится супер. Вот, ну вот так вот она будет смотреться в застегнутом виде. Вот, но я ее планирую как-то вот так носить. Такая оверсайз, она очень мне нравится. Прикольная. Еще можно носить как-то вот таким образом, например, с той же юбкой такой более широкой к низу, да. Я просто сейчас так сделала, не хочется мне ее мять. И с подкатанным рукавом. Даже если просто вот так вот, видите, она достаточно хорошо мнется быстро. Вот с подкатанным рукавом тоже супер. Белые кеды, рюкзачок и вообще идеально. И вот эта желтая, радостная, моя любимая кофточка, которая мне очень нравится. На самом деле, я когда покупала, у меня не было мысли о том, с чем я ее буду сочетать. Но мне кажется, прикольно будет смотреться с каким-то темным, возможно, черным платьем. Не знаю, я еще, конечно, пофантазирую, да, попробую, померю с разными вариантами. Но даже вот так вот мне тоже очень нравится. Она, в принципе, не для тепла, но достаточно теплая, на прохладную какую-то погоду одеть, не знаю, мне кажется, черненькое какое-то платьице такое воздушное и поверх вот такой вот, не знаю, надо посмотреть, на самом деле, надо тут померить, попробовать, посочетать по-разному, но кофточка очень классная, мне нравится такой цвет, мне кажется, очень так радостно, прям радостно. Вот, еще раз повторюсь, есть розовый, голубой, в общем, разные цвета есть, но мне вот пока что желтый очень понравился. Вот такой рукавчик. И она достаточно, видите, тоже такая свободненько сидит. На мой взгляд, тоже очень симпатично. Так, вот этот белый кардиган. Вот посмотрите, как он сидит. Достаточно свободно, на мой взгляд. При том, что я взяла на размер меньше. Вот сейчас я расстегну. Одела еще розовую вот эту майку. Тоже показать, как она смотрится. Но точно так же, как белая, да, только в розовом таком. Получается, мне нравится такой цвет, такой пыльно-розовый, такой как телесный даже немножко. Вот так вот она тоже смотрится.
Ну, как, сидит точно так же, как и там маечка. Вот, и вот этот вот кардиган. Но для питерского лета это как раз самая та одежда. В составе идет хлопок. Так вот выглядит рукав. У размера, который мой же размер, рукав еще длиннее. То есть он как бы совсем такой длинный. Мне это не особо понравилось. Мне нравится, как вот, вот это вот сидит. В принципе, я согласна с отзывами, которые оставляли, что нужно брать на размер меньше, и тогда сидит прикольно. Потому что совсем уж такой прям объемный свитер я не хотела. Вот, а такой очень даже прикольно. Прикрывает все, что нужно. Вот, пуговки, можно так, можно застегнутым, расстегнутым, как угодно, вот, так что этот кардиганчик мне тоже очень нравится, он приятный, то есть такой материал, не колючий, не такой, не жесткий, а очень такой приятный, я его не постирала, да, только отгладила, и если еще состернуть в кондиционере, то вообще, мне кажется, будет супер мягкий такой вот кардиганчик. Очень классный, светленький. Там есть, по-моему, в других тоже в розовом цвете, еще в каком-то. Но вот мне именно такой светленький нужно было, чтобы носить вечером летним. Ну, у нас сейчас, например, 20 градусов, да. Стало прохладно в Санкт-Петербурге, поэтому даже днем сейчас я хожу в чем-то таком, да, что-то набрасываю на себя. Вот так что вот такой вот у меня еще... Тоже можно с шортами, с джинсами, да, с платьем, с чем угодно, мне кажется, такой свитерочек. Тоже очень классно, мне нравится. Ну и сейчас мы с вами начнем делать наш ягодный пирог. Я собрала вот такие вот ягоды. Здесь у меня и малина, и земляника, и черная смородина. Я здесь выложила не все ингредиенты, нам еще сливочное масло и мука понадобится. Я все ингредиенты вам пропишу внизу в инфобоксе. Что-то я как-то не подготовилась, за что очень сильно извиняюсь. В общем, мы отдельно будем делать тесто такое, типа песочного. Для этого нам нужно замороженное сливочное масло. Мы его вот так вот разрезаем на мелкие кусочки и будем делать в блендере как бы такую крошку. Единственное, что чаша для блендера у меня вот эта достаточно маленькая, как оказалось, для того, чтобы сделать такое тесто. Можно все то же самое сделать руками, но, не знаю, замороженного, наверное, тогда лучше из растопленного масла. В принципе, короче, обычное песочное тесто нам нужно сделать. Вот, но я делаю ровно как по рецепту. В общем, вместе с разрыхлителем муку нужно просеять, соответственно, и потом хорошенечко как бы взбить, перемешать до состояния такой крошки вот в этом блендере. Как вы видите, у меня, то есть, получается прям муки вот просто до краев, вот. Но все равно у меня все-таки в итоге получилось сделать. Пришлось, правда, немножечко как бы этот блендер так вот руками как бы тоже его, ну, как бы взбивать тогда, чтобы он не ровно стоял, потому что не получалось у блендера взбить. Он взбивал там внизу или не знаю. В общем, я его руками так встряхивала, чтобы у меня полностью получилось вот как здесь как раз видно, что у меня полностью получилась такая именно крошка такая. Вот. И еще обязательно нужно было посолить немножечко, буквально щепотку соли, что я забыла сделать, но потом добавила и уже хорошенечко перемешала. И на вкус это на самом деле никак не повлияло, потому что я люблю забыть все посолить. Вот, в общем, вот такая вот у нас крошка получилась. И теперь нам нужно добавить сюда и сахар, перемешать все. Можно прямо в блендер, если у вас чаша достаточно большая, сразу перемешать все с сахаром. И добавляем сюда одно яйцо и замешиваем такое, должно быть эластичное, как бы, ну, как песочное тесто. И потом мы будем его убирать в холодильник, ну, примерно на час. Ну, у меня где-то час оно постояло. Вот, если недостаточно вот яйца, если тесто не получается такое эластичное, можно добавить столовую ложку ледяной воды. Так было написано по рецепту. Теперь мы будем делать заливку для ягод. Для этого нам понадобится творог. Мы смешиваем его с сахаром. Количество ингредиентов я, как уже сказала, пропишу в инфобоксе. Добавляем яйцо и все это хорошенечко как бы растираем. Я это обычно делаю вилкой, чтобы у меня вот эти вот зернышки творожные тоже хорошенечко, видите, я их как бы так по бокам
разминаю, чтобы была такая однородная консистенция. Далее мы добавляем сюда сметану. У меня это 15%, там в рецепте вообще не указано, сколько процентов должна быть сметана. Вот, ну, я, мне кажется, добавила немножко меньше, чем нужно было по рецепту. И 2 столовые ложки муки, и все это я уже решила взбить блендером, да, самим, чтобы прям была такая однородная консистенция. Она не сильно густая, но при выпекании она как бы застывает, и получается такая очень вкусная творожная масса. Вообще пирог очень-очень вкусный, забегая вперед, вам об этом скажу. Вот, как раз достала тесто. И сейчас нам нужно его выложить в форму. На самом деле лучше всего положить как вот эту пергаментную бумагу, да, бумагу для выпечки, или какой-нибудь коврик, или уже саму форму силиконовую взять, потому что пирог мне было достаточно сложно вытащить оттуда. Вот так вот мы распределяем тесто с бортиками. Я его немножко скалкой так пыталась еще раскатать. И выкладываем наши ягоды. Ягоды могут быть как свежие, так и замороженные. Вообще абсолютно любые, какие у вас есть, именно ягоды. Мне кажется, можно даже и вишню без косточек положить, кто что любит. И сверху заливаем вот эту нашу творожно-сметанную массу и хорошенечко равномерно распределяем. И ставим в духовку при температуре 180 градусов на 40-45 минут. Вообще по рецепту было 170 градусов, но я поставила на 180, и у меня очень хорошо пропеклось, потому что 170, я знаю, у меня значит не пропечет духовка. Вот, и 45 минут у меня постоял пирог. Вот такой вот пирог у меня получился. Достаточно такой, на мой взгляд, аппетитно выглядит. И он действительно очень вкусный и очень ароматный. Как раз-таки вот этот вот ягода, да, черная смородина, она придала такую кислинку этому пирогу. Если у вас какие-то совсем кислые ягоды, то, мне кажется, еще нужно на них посыпать сверху сахара. Потому что вот даже смородина, хотя она у нас такая сортовая, сладкая, но она все равно придала такую кислинку этому пирогу. И пирог получился безумно вкусный. Он понравился и моему мужу, и моим детям. Вот так вот он выглядит в разрезе. То есть вот с этого поддона мне было очень тяжело его снять. Надо было какую-то пергаментную бумагу туда, бумагу для выпечки положить. И тогда хорошо бы сняла. Но ничего страшного. В общем, все ингредиенты я вам оставлю внизу в инфобоксе. Обязательно попробуйте сделать этот пирог. Очень понравился нашей семье. Я сделаю его еще не один раз. Ну, а я на такой вкусной ноте на сегодня с вами буду прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и, самое главное, интересным. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!